Управление телефона 754-52-52-92. Таможня уже поднялась с 22 числа на 10 центов на 1 кубик. Ну, соответственно, и цены на базаре поднялись, в Японии цены поднялись, в Европе цены поднялись на автомобили. Все из-за этого. Дорога поднялась. Насколько сильно цены повысились? В среднем на $500 как минимум на малолитражке, а на большие машины до 1000, до 1500 долларов. Это получается, когда это произошло? Ну, вообще поднятие цен произошло месяц назад. Месяц назад, да? Да. И спрос. Ага. А вот в ближайшем будущем, вот, к примеру, до общего вхождения того же Союза, будет ли, как вы думаете, повышение цен? Ну, нам дали уже сетку, что с нового года уже будет минимальная ставка на растаможку $1. $1. Что, да, это значит, на 10-летку. Можно на примере машины рассказать? Вот трехлитровая машина. Ага. Вот она, трехлитровая. То есть, допустим, если сейчас мы на нее платили, растамаживали ее за $900, за, то есть трехлитровая машина по 0,3 – $900, а будет по доллару – это $3000, только растаможка, плюс цена машины, плюс дорога. То есть, соответственно, поняли, на $2000 эта машина с нового года подорожает автоматически. Вы знаете, покупают машины, по-моему, все сейчас, просто чтобы, наверное, вложить деньги, что ли. Просто как бы для этого. Я не знаю, для чего покупают. Естественно, мы продаем, у нас машины спросом пользуются. Но у нас сейчас не важно. Если, допустим, когда-то было у нас важно весна, осень, зима, по сезону машины шли какие-то определенные марки, то сейчас они уходят все. Малолитражки вот у нас, это обычно весенне-летний сезон машины. Ну, а сейчас они уходят не меньше, чем. На 1000, на 2000, ну, смотря от цены зависит. Если даже, смотрите, машина уже растаможена, она все равно, да, дорожает? Ну, растаможка с 22 числа поднялся же немножко, на $200-300. Если на куб маленький, два куба, там $300. Если больше кубов, там $500. Ну, свыше 500 уже добавится. Нет, если, смотрите, машина уже 2 года здесь, и она уже растаможена. А все равно она поднялся. Если машина в хорошем состоянии, все равно поднялся. А вот ваш будет звать пройти для Lexus, да? Какая сейчас стоимость? 10 тысяч. 10 тысяч, да? А вот человек продал такой же, да, месяц назад, за 7500 он продал. За 7500, да? Да. А сейчас он стоит 10. А сейчас стоит 10. А вот даже, к примеру, положим, после вхождения там может стоить, как вы думаете, сколько будет стоить, например, такая машина? Ну, это сказать трудно сейчас. Да, ну, примерно. Вот если растаможка, говорят, после Нового года еще будет подниматься, 50% говорят, подниматься, тогда еще будет там на 2, на 3 тысячи будет подниматься машина. Вот из-за того, что цены подорожали, людей стало больше или меньше? Прошлый месяц вообще здесь машина мало стала. Как ожидается, началось, они все машины выкупили. А сейчас начали таскать машины, людей тоже больше сейчас. И вот в среднем, как вы думаете, на какую сумму рассчитывают люди, которые приходят на автомобиль? Ну, люди сейчас до 10 тысяч рассчитываются, 5, 6, 7. Я продавец этой машины, Jeep Cherokee KK. По авторынку вроде бы единственная машина моя. И цену я поставил 18 тысяч. На прошлом базаре у меня было 17 тысяч. Так как повысилась растаможка на $200, я вот сейчас сделал $18 000, прошу $18 000 из-за повышения таможенной пошлины на $200. Вот. Получается, есть вторая, да, машина? Да, еще вторая машина. Toyota Highlander есть, но она там стоит синяя. Это тоже на $1000 повысили, так как повысилась таможенная пошлина. Сейчас стоит оно 30 тысяч, прошу. А на прошлом базаре 2 недели назад я просил за 29-28 просил. А как вы думаете, сколько сильно повысить цены после Нового года? После Нового года, так как присоединение к таможенному союзу, говорят, что уже идет подорожание. Уже вот началось немножко. И в Литве тоже вот ребята тоже ездили, там тоже говорили насчет этого, насчет цен, вот этих повышений. Там уже какой-то бум идет.
Сейчас по нашим авторынок вроде бы россиян немного заезжает и выкупает машины. Ага. Вот. И как вы долго вообще продаете машины? Эту машину, вот эту красную? Нет, вообще, как вы долго этим занимаетесь? Ну, я вот года три тоже продавал вообще машины. Ага. А вот на вашем месте можете сказать, пожалуйста, какие машины в основном люди покупают? Ну, в основном эти как-то они редко проходят. В основном вот эти эконом-класс хорошо проходят. Сейчас вот, допустим, бензин подорожало. Сейчас уже вот эти эконом-классы, малолитражки более, спросу много у них. А какая вот средняя стоимость? Ну, средняя стоимость от 6 до 7 вот. Ага, вот подхождение к тому же сервису, как вы думаете, сколько они, например, стоят? Ну, уже, может 9 поднимется, я думаю. На 10, да, возможно? Да, может 9, может на 3 поднимется. А может и даже и выше будет, как в других странах уже. А вот смотрите, те машины, которые уже растаможены по старым ценам, они тоже начнут будут дорожать? У нас, знаете, вот у нас в Кыргызстане просто это самое, имеется в виду, искусственный этот будет уже, повышение цен уже. Искусственное повышение цен будет. Да, я так думаю. Да, если уже даже здесь уже искусственное повышение будет, а может и даже не будет повышения. Ну это уже как-то уже... По этим, да, неизвестно уже, думаю. Да, оба скоро приехали. Вот вы приехали, как я понимаю, купить машину, знаете? Да, для сестры хотела купить. Да, что, кроссовок. И вот смотрим сейчас цены, присматриваются. Смотрим, что хорошие машины, всегда они дорогие. То, что хочешь купить, всегда дорогие. А так присмотрелись, вот эти малолитражки, они были раньше на $1000. Ниже, чем сейчас. Поднялись. Хорошие машины всегда дорогие. Получается, те машины, которые вы собираетесь купить, какая средняя стоимость? Средняя стоимость от 15 тысяч долларов. Ага. И насколько сильно изменились их цены? Их цены? Я раньше смотрел, она была 14-13, можно было купить. Но сейчас они подорожали на 1000 литров. $1000. Вы продолжаете собирать эти машины, или вы можете уже откажетесь? Или... Нет, старую мы продали, поэтому можно покупать новую.